чей это цилиндр? Вынесший ее из огня с улыбкой на устах, с
сгорел бы дотла. Или с перерезанным горлом корчился бы у ее ног, повторяя любимое имя. Катя, Катя. Нет, я дурак и эгоист. Ну кому? Кому нужно мое перерезанное горло? Я умру и хорошо, но после меня останется бедная, бесприютная вдова, обремененная копеечными заботами. Нашел! Нашел! Я застрахую свою жизнь в ее пользу. И в тот же день все было сделано. Что? Да что?